Бонадива. Добрый день, друзья. Я очухался после командировки в Украину. И что меня сейчас развеселило, я внимательно сейчас послушал интервью нашего президента Республики Молдова, которое давала Гагаузскому телевидению. И мимолетом просмотрел некоторые информационные материалы. И опять стал вопрос а, некоторые представители коммунистов, социалистов, которые получили прямое указание с Москвы дестабилизировать ситуацию в Молдове любым способом. И используют Гагаузию, используют а, эти партии, добавили Шор коммунисты, социалисты и, естественно, Приднестровье. Если Гагаузия получила, я имею в виду не простые люди, а те, кто организовывает протесты, чтобы там народ поднимать на бунт, организовывать протесты местного уровня, вы сами слышали, что там раздаются такие призывы прийти Путину в Молдову, захватить эту землю, Молдову, потому что это земля России, так утверждает в Гагаузе. Этот, естественно, что коммунисты вместе с Шором. Я честно вам говорю, сначала изначально были эмоции, но на старости я взял себя в руки э, и так делаю паузу, переночуешь, а потом начинаешь осмысливать, что же происходит между партией коммунистов и ШОРом. Что там может быть общее вообще? А оказывается, там э, сотрудничество было с самого начала воронин всегда дружил э, с шором воронин всегда дружил э, через своих сотрудников его окружали э, всегда э, из команды э, ну, будем говорить тех э, зажиточных евреев которые у нас в молдове э, через которые получали деньги э, они постоянно окружали воронина Рейдман, значит, сегодня у Шора там вообще все свои, у Молдаван Куметра, а там свои. В общем, такой клан образовался, который сегодня организовал поездку в Москву. Естественно, сегодня они заменили Дадона. Если раньше Дадон ездил в Москву за инструкциями, естественно, он деньги за это получал, большие деньги, то сегодня его место заняли шоровцы и коммунисты. И поехали на встречу в Думу с представителями Единой России. И это все выставляется в социальной сети. Это все обсуждается. И все это вся эта когорта с привлечением этих партий и привлечением таких региональных наших представителей, как Гагаузи территориальное образование, и Приднестровье. Ничего я нового вам не сказал. Их задача сегодня в тылу Украины, в Молдове расшатывать ситуацию. Расшатывать ситуацию. И я это говорю в открытую, за это платят очень большие деньги. Почему я зацепил Приднестровье? Есть такой Валерий Реница, который называет себя журналистом. Вы знаете, я всегда считаю, что такое журналист? Кто такой журналист? Есть журналист, который высказывает свое особое мнение. Независимый журналист. Вот есть зависимые, а есть независимый. Да? Я когда-то мечтал быть журналистом э, в молодости, а, но не было такого выражения тогда, что есть независимый или зависимый журналист. Сегодня это появилось. Так, такой термин появился. А, и вот есть категория журналистов, которые подпевают Москве. Естественно, они пишут э, э, всевозможные статьи пророссийские, э, которые э, дестабилизируют общество, где людей делят на две части, и, и конечно, эта работа очень хорошо оплачивается. Я вообще э, скажу, что я наблюдаю за журналистами. Э, в Молдове нет независимых журналистов. Есть представители общества, которые вот в социальных сетях где-то высказываются то, что думают, то и говорят. Но это очень редко. А как правило, эта категория так называемых журналистов, они работают на своих хозяев. Кстати, хочу сказать, что у нас в средствах массовой информации пророссийского уклона. У нас больше, чем про молдавских и про румынских или про европейских э -э представителей средств массовой информации. Куда ни взглянь, никуда не взглянь, я знаю многих журналистов, кто работает э и кто выполняет определенные задачи. Так вот, Приднестровье. И вот э, -э Рениц, журналист, выставил в социальных сетях, я увидел, значит, сравнил значит, э, э, стоимость жития, бытия в Террасполе, Транснистрии, э, Приднестровье и в Молдове, то есть Кишинев. Ну, есть такие э, люди, э, которые пытаются вбить кол э, между обществом, между людьми в обществе. И я вот сижу сейчас и думаю. Какой процент людей э, прочитал этот э, материал, который я выставил у себя на странице и почитал мнение людей? Почему я решил прокомментировать? Потому что э, в комментарии э, не раз упомянули мое имя и что вот скажет Гелич. Что я вам хочу сказать, друзья? У меня сегодня были люди, зашел мужчина, парень молодой, умный, такой деловой. И что-то мы заговорили опять. У меня тут постоянно такие совещания с Народ приходит, мы заговорили что-то. Началось это а зимы, предстоящей зимы. Вот он говорит, будет холодно. Вот говорят, что будет полный писец этот. Я смотрю на этих людей. Хорошо, если бы были э, полуграмотные, безграмотные категории людей, я бы еще это понял и бы не застрял в свое внимание. Но тут говорит молодой, вроде бы образованный человек, бывший полицейский. И вот он говорит, вот Майя Санду, что вот смотрите, ничего не меняется. А я его спрашиваю, скажите, пожалуйста, а вы хоть понимаете, в чем состоит э, миссия президента страны? Целый час я его насиловал, в конце он замолк, а такой деловой. А я просто фактами задавал вопросы очень простые. В чем миссия президента? А в чем функция президента? Кто определяет газ в республике Молдова? Продавец то есть кто сегодня продавец газа газпром россия россия продает свой товар В молдове и самое главное представьте себе что вы приходите на базар и помидоры продаются только у одного продавца больше ни у кого нет скажите какая цена будет у этих помидор представьте себе ни у кого нету абсолютно только у одного человека на весь рынок, на, на, на всю Молдову, только в одном месте. Можете себе представить, этот продавец помидор, какие будет ставить цены? Чем он будет руководствоваться? Тем, Что Молдовы нет альтернативы? Молдовы нету конкуренции. Он один только помидоры привез и он будет диктовать всем свою цену, то есть он будет руководствоваться чем? Рынком. Немая сам будет определять стоимость этих помидор. Потому что только он один будет продавать. И он будет, как у нас говорят, на рынке, но проходит человек, спрашивает: да ты прец. Ой, называется сумасшедший цену О! Не нравится? Что говорит обычно? Я вас чуть-чуть хочу, чтобы вы подошли к практике. Что говорит продавец, когда вам не нравится цена? Не хотите, не берите. Почему же вы не рассматриваете газ, который поставляет нам только Россия, что у России такое же право есть диктовать цену на свой продукт? Почему у нас люди настолько безграмотные и не понимают, что когда товар, неважно какой товар, если мы сейчас говорим о газе, этот товар сегодня в руках одного человека. Представьте себе, вино только у одного человека будет. Он же будет королем себя чувствовать. Никто в Молдове не продает вино, только этот человек. Какая цена будет на вино у него? Почему люди наши, молдаване, не способны логически мыслить? С одной стороны, я Россию защищаю. Все эти годы, не только эти 30 лет, Россия газ продавала за копейки. Вот сегодня в этой войне, в этой ситуации в мире, где Практически весь мир объявил России бойкот, а Россия торгует газ, продает газ Китаю в убыток, продает в убыток. Есть данные, я их тоже опубликовал. Почему убыток? А потому что у России больше нет партнеров. Единственный партнер, на кого Россия может сегодня, э, ей, ей так кажется Россия, это Китай. Китай никогда не был другом для России, никогда. Китай всегда получал выгоду с любого сотрудничества. Китай никогда не пойдет против Америки, Соединенных Штатов, против Европы. Никогда. Потому что процент торговли, этот оборота, товарооборота с Россией 2%. Всего-навсего 2%. Китайцы не самоубийцы. Они бизнесмены. Но Россия сегодня полностью стала в зависимость и отдает Китаю за копейки, ничего не получая, практически по себестоимости отдает газ, потому что не за кого больше цепляться. В Европу Россия попыталась поднять цену. Россия не хочет торговать больше за копейки. Они продают газ. Они хотят тоже получить хорошую цену. Давайте э, не будем говорить о геополитике, будем говорить об экономике. Скажите, пожалуйста, Россия имеет право диктовать цену на газ? Имеет. Давайте э, в данном случае, чтобы сейчас не говорили, что за Россию. Я сегодня говорю о рынке. Любой, кто бы ни был. Россия, Украина, э, сегодня Азербайджан. Они, любой продавец, кто бы ни был, он старается получить за свой товар максимальную цену, максимальную. Любой продавец, кто бы у нас ни продавал, идите на рынок, обратите внимание, когда э, наши продавцы, неважно какой товара приходят на базар, они быстренько, быстренько э, на рынке оглядываются по какой цене продают яички, если продавец пришел с яйцами. Кто пришел с виноградом, а оно быстренько зондирует почву, по какой цене сегодня на базаре устанавливает рынок. Опять рынок устанавливает. Почему наши люди, извините, такие тупые? Это же элементарно. Не нужно знать высшую математику. Не надо там экономику в учебные учебное заведение заканчивать. Это все очень примитивно и все просто. И Россия не хочет больше продавать за бесценок своей природной ископаемой. Ну, не хочет. Я помню еще в Советском Союзе, когда у нас были совещания в политорганах, и тогда поднимали вопрос, еще когда был Советский Союз, что Россия за копейки дает сырье, все богатеют. Республики Молдова, Прибалтика, а Россия в нищете как жила в говне, так и живет. И тогда этот вопрос уже обсуждался, и уже все говорили, да надоели уже эти республики все на дотациях, и все мы поддерживаем штаны Молдове, таким, как Молдова, которая ничего не имеет, Армения и так далее. Это было не, не сегодня возник вопрос. И естественно, что продавец товара, который называется газ, он хочет максимально получить э, цену. Более того, это продавец государству. И тут вмешивается геополитика. Конечно. Конечно, Путин, как президент страны, он хочет воспользоваться. Монополии и манипулировать ситуацию в геополитике. Тут же подключается э, экономика, потому что э, экономика всегда была фундаментом в политике. Всегда нет денег, никаких денег никакой политики не будет. И естественно, что Россия встретила огромное противостояние против продавца газа. Не хотят. А вы знаете, а даже в Молдове, вы обратите внимание, что до сих пор Молдова газ не могут сделать аудит. А кто, вы, а кто против? Газпром против. А почему? Потому что Э, на протяжении всех этих 30 лет э, с 1994 -го года нам повесили э, 800 миллионов долларов долга. 1994 -го года. Самое интересное, что до сегодняшнего дня, до, до нового президента, об, этих, об этом долге никто не упоминал. Вы слышали об этом? Э, да, и, есть по Приднестровью 8 милли, э, миллиардов долга за который Приднестровцы не платят. Я потом остановлюсь, что происходит в Приднестровье. Но давайте по цене на газ поговорим с вами, чтобы было понятно просто людям, что никакого отношения Санду не имеет к цене на газ. Абсолютно никакого она не имеет. Сегодня Газпром через Молдову отмывает огромные миллиарды денег. Обратите внимание, кто сегодня может вот вы имеете фирму какую-то, да, к вам приходит налоговая инспекция, вас проверяют, вас трясут, штрафы накладывают. А Газпром имеет сегодня в Молдове филиал, который подчиняется только России, не подчиняется никаким э, органам финансового контроля в Молдове, абсолютно никому не подчиняется. Ни один налоговик не имеет права туда войти. И не войдет никогда, и никогда не входил. Вы можете представить. Какой монстр у нас находится сегодня на территории Молдовы, который диктует, зная, что он монополист, что кроме Газпрома в Молдове альтернативы нет, потому что эту систему специально построили при Советском Союзе, и ее не модернизировали на течение 30 лет ни одна власть. Все сели на иглу и абсолютно никто не думал что нельзя быть на этой игле, потому что Россия будет диктовать. Никакой суверенности не может быть речи идти в Молдове, потому что Россия, используя этот кран газовый, она будет диктовать свою геополитику. И все эти 30 лет приходили политики, которых мы избирали, разворовывали, растаскивали все, и никто с Россией не хотел разбираться. Сегодня власть и любой нормальный человек, станьте вы на место президента, вы бы спросили бы, а что за долг? Что неужели бы вы подписали бы этот акт долга, не проверив, что это за долг? Тем более, это 1994 -го года. По всем нормативным документам уже документы эти, э этих годов уже уничтожены. Есть срок хранения документов такого класса в Молдове, допустим, 6 лет, и в России тоже есть срок. Так по каким документам можно проверить э, э, взаимоотношения по 1994 году? Но вы имеете в виду, на 1994 год это факт. Уже